Первый вопрос. Когда и где проходил последний чемпионат Европы по футболу среди женщин? Среди женщин. Вот вы знаете, я не отвечу вам сейчас на этот вопрос, но я по-другому отвечу. А вот сейчас вы узнаете. Я недавно смотрел, называется Comedy, что там, Woman, по-моему, да? И там девушка вот говорит, вот вы знаете, мужики, вот вы знаете, когда прошел там первый футбол среди мужчин, но вы не знаете, кто была самая быстрая женщина в мире, когда происходит первый футбол, какая женщина полетела в космос. Я тоже этого всего не знаю. Я не знаю, когда был женский футбол. Среди женщин понятия не имею. Но он проходит всегда на год позже, чем у мужчин. Я даже не знаю, честно говоря. Я не интересуюсь футболом женским. Последний или какой? Да, последний, в последнее время. Без понятия. Я интересуюсь спортом в том плане, что я им занимаюсь. Я не интересуюсь. То есть вы не знаете ответа на этот вопрос? Нет. Это было в июле-августе 2017 года в Голландии. Следующий вопрос. Какое место заняла женская сборная России по кёрлингу на последнем чемпионате мира в Пекине? Я, конечно, женщин не люблю, не настолько. Это же женская сборная, я не знаю. Хорошо. Понятия не имею. Второе, может, третье, нет? Да, это было второе место, бинго. Не знаю. Это было второе место. Третий вопрос. А знаете ли вы, что такое роллер-дерби? Роллер-дерби? Да. Нет, не знаю. Ты что-то там... Нет. Дерби — это скачки, а роллер-дерби — не знаю. Роллер что? Дерби. Ну, а роллер — это может быть что-то... Подскажите, подскажите. Да, это на роликовых коньках, и, как ни странно, это спорт преимущественно женский. Вот, вот да, бинго. Математика женская. И последний вопрос. Как вы относитесь к женщинам, которые занимаются боксом? Ну, в принципе, не то чтобы прям положительно, но... Не отрицательно, как бы, да. Может за себя постоять, но не прям, чтобы из головы в это уходило. Да, может просто для себя ходить, как бы, но в меру. Они мужественные. А вы хотите что-нибудь еще добавить по этой теме? Я не знаю, побольше спорта у женщин пусть будет. Надо держать себя в форме. Вполне нормально отношусь. Пусть занимаются. Отлично. Ну, если человеку хочется заниматься любым спортом, я считаю, что он может этим заниматься, и что вообще не важно, мужчина это или женщина, даже если это бокс. Вы знаете, сейчас пошли такие мужчины, что женщины вынуждены заниматься боксом, потому что, ну, не за кого им заступиться. Вот я так сам вот смотрю, думаю, да, там мне иногда нужна помощь, там, когда потасовка. Ищите женщину, которая занимается боксом. Такая женщина есть, которая боксом занимается? Ну, по-моему, это нормально. Да, классно. Я думаю, что это, во-первых, она развивается, во-вторых, реально, она может за себя постоять, потому что такие пошли мужики. Спасибо большое за ваши ответы, правда, спасибо за ваше внимание. Спасибо вам за вопросы, на которые, к сожалению, я мало что знаю про женский спорт. Но мне кажется, я не единственный мужчина, который так мало знает про женский спорт.